28-килограммовый главный трофей континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина начал свое путешествие по вузам Казани. Первой остановкой кубка, завоеванного в этом году казанским хоккейным клубом «Акбарс», стал КФУ. В холле главного здания Казанского университета сотни студентов и преподавателей смогли сделать заветное фото с главным хоккейным трофеем страны. У Казанского федерального университета очень много поклонников хоккейного клуба «Акбарс». Ежегодно мы болеем за наш любимый клуб, а поэтому благодаря представителям хоккейного клуба «Акбарс» и активистам студенческого спортивного клуба КФУ данное мероприятие сегодня воплотилось в реальность. 7 мая Кубок Гагарина отправится в далекое путешествие с игроками «Акбарс», в том числе за границу с легионерами хоккейного клуба. Глеб Филиппов анонсировал, что перед началом очередного сезона континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Акбарс» проведет ряд акций с участием университетского сообщества. Мы когда узнали, что у нас есть примерно неделя до того, как кубок поедет уже с игроками по их местам, мы быстро связались с кураторами университета, потому что мы работаем уже более 3 лет с вузами. У хоккейного клуба «Акбарс» и КФУ давняя связь. Многие представители хоккейной школы «Акбарс» учились и учатся в нашем университете. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.